уже слышали или читали на Microfunk.ru, голландец Мав собирается выпустить свой альбом на своем же лейбле Scientific. Так вот, после этого альбома он планирует выпустить также альбом ремиксов. И этот трек как раз оттуда. Это мой на него ремикс с использованием сэмплов сразу из нескольких треков. Так что я даже не знаю, как его назвать. В общем, дичайший эксклюзив специально для Microfunk подкаста. Microfunk Podcast номер 6.